Здравствуйте. Добрый день. Нина Дмитриевна, можно получить у вас документы на ваш подъезд? Да, пожалуйста. Пішли від Джеку та жодного дня не пошкодували про це. Мешканці 10-під'їзної 9-поверхівки створили об'єднання співвласників. Наш СНД «Паніках і 77» було створено у 2016 році. З 1 октября 2016 року ми Джека забрали дом в своє управління. Прийняли, звісно, в ужасному стані. Каналізація, підвал затікала, криші текли. Электрощитовых горели, контакты очень много. Вот. Это при всем том, что наш дом построен был в 1979 году. На згадку про спадок від Джеку, коли у підвалі будинку міняли каналізаційну трубу на пластикову, стару чугунну залишили. Вот вы видите, значит, заменены канализационные трубы. Старые были, уже, как говорится, выходившие из строя, они погнили. Это чугунные трубы, мы их поменяли. Вот перед вами элеваторный узел отопительной системы одного из подъездов. На нем поменены, как видите, все задвижки абсолютно. Поставлены шаровые краны новые. Проведено освещение в подвальном помещении для того, чтобы можно было, как говорится, производить какие-то работы по исправлению и ремонту. Также проведена проводка, заменена в подъездных стояках и в подвале, которые идут до стояков, от щитовых. Заменена полностью проводка, электропроводка. Також замінили повністю і самі електрощитові та встановили в них реле часу. Тепер щомісяця на електриці економлять 1500 гривень. Ми поміняли держателі, предохранителі. Новые поставили, мы поставили и в каждой щитовой реле времени, который по времени включает и выключает освещение подъезда. За счет этого тоже у нас есть экономия, что свет не горит круглые сутки. Реле времени мы установили во всех четырех щитовых. Перед заходом солнца она автоматически включает освещение и при восходе солнца выключает. Периодически с увеличением дня мы, естественно, настраиваем это реле. Таким образом, теж економимо електроенергію. Встановлені по всіх під'їздах іменні світлодіодні лампи також допомагають значно економити електроенергію. В ОСББ «Паніках» 77А потурбувалися також про піддашки. Закріпили їх, де це було необхідно, цегляними колонами. В чотирьох під'їздах будинку встановили металопластикові вікна. Щоправда, цього року довелося збільшити загальний тариф на отримання будинку. Та це цілком виправданий крок, адже нововведення працюють. В прошлом году у нас був тариф 3 гривни 06 копійок, в этом году тариф 4 гривни 51 копійка. Ну і в этом же году ми ввели уборщицю, штат, убираємо під'їзди, забрали ліфти з ліфт-ремонту. І в этом году вам вже 3 ліфта отремонтировали. Ну, по текущему ремонту. Один ліфт у нас розроблений стоїть, але плануємо його в ближайший місяць теж запустити. Роботи в ОСББ «Паніках» 77А вистачає. Погода теж внесла свої корективи. Здравствуйте. А як нам бути з кришею? Як не в тому кінці, то в другому протікає. Не знаю, ви були на собранні на общем чи ні, ми в цьому році заложили в бюджет ремонт кровлі, тому при перших благоприятних умовах погодних ми будемо производити ремонт криш. Спасибо. Сейчас уже многие понимают, что жильцам первого этажа тоже интересен и интересная крыша, а жильцам девятого этажа важен подвал. То есть люди начали понимать, что дом – это их, им принадлежит, и если они не будут сюда вкладывать свои силы, деньги, время, то в конце концов мы останемся на улице все вместе, что это важно для всех нас. Главное в ОСББ – это люди. Вот когда люди поймут, что дом – это их собственность, и кроме них никому он не нужен, тогда в доме начнутся перемены.